на... Ребятушки! Что-то так воняет из коробки цибуля какой-то. Ребята, я хочу вам сказать, что сегодня мы будем учиться дрессировать нашу Тузю. Да ты шо? Не знаю, получится ли это у нас. Я ее пустила. Ко мне, Тузя, ко мне. Ты шо, совсем... Надо было 6 лет назад меня учить. Тузюля, какая ты умничка, глянь. Ой, боже, ребята, она пришла ко мне. Ой, мама, родненькая, как это трогательно. Угу. Трогательно. Барьер, Тузя, шо? Барьер. Думаешь, я понимаю, что ты говоришь? Давай тогда дырку скажем. Как давайте ты? Дырка, может она поймет, что такое дырка. И что ты делаешь, но там нет дырки. А может и есть, я не знаю. Ну и куда ты? Тузя, дырка! Что тебе? Сама ты дырка. Ребята, она точно не так понимает дырку. Совсем опупела. Она залазит почему-то под двери. А потом так там лезет. Дырка. Наверх лезет. К паукам, что ли, или к кому-то? И что это такое? Ну, а я так столько не могла накуцевелить. Разве что ты. И то, что там мало. И что ты там делала? Ты что-то спрятала? Ребят, посмотрите, какой у нее обалденный шпагат. Шпагат? Мечта моя иметь крутой шпагат, чтобы я могла киякроты делать, да показать, например. Ну, если там с друзьями собираемся, там играем в «Правда или действие», или да в «Крокодила». А, ну да, ты же будешь у нас кия делать. Давай, что тебе надо? Боже, какие глазища. Это что, после дрессировки? Нет. Я вам серьезно, я ее даже не лупила. От тебя это вынос мозга. Даже не лупил. Удивляюсь, поверь мне. Удивляюсь. Сюда я тебя покатаю на качельке. Я помню, как мамочки, ты. Мамочки, посмотрите, какой тушкан тут. Сама ты в тушкан. Господи, что это? Ребят, а ну-ка, кто катает? Чья это крутая шапочка? Чья? С какого это персонажа, ребят? Напишите в комментариях. А я что знаю? Очень вас прошу, мне даже интересно, кто катает. Кто катает, а кто катает? А что мы сделаем тому? Мы напишем ему ответ. Спасибо, а что классно? Ну, может. Не, ну конечно, я бы была не против подарить вам что-то ценное, но у меня пока нет бабла на это, потому что все бабло уходит на хомяков. Угу. И куда ты залазишь, моя сестра? Я думаю, не только. Да, ребят, не только на хомяков. На котлеты. И еще и на собак, ребят, вот что на хотела уточнить. На каких собак? Типа, хоть они есть, ты просто ни разу нам их не показывала. Ну какие вкусные тараканы! Какие вкусные рыбёхи! Ребят, что они ест? Это не тараканы. И селёдку ест, правда, ребят, сушёночную. Это очень полезно. И вафельки полезны. Не пишите мне больше глупостей, что хомякам нельзя есть вафли. Я уже задолбалась отвечать на эти комментарии, которые пишут. Вы травите хомяков, вы плохая хозяйка. Би-би-би-би-би. На самом деле, они обожают эти вафельки, потому что это вафельки. Ребят, это овощные вафельки. Это не сладкие. Точка. Просто они хрустящие. Я сама лично их пробовала, ребят. Чай с ним невкусный. Ну давай иди ко мне, ну. Ну давай. Ну давай, я тебя поймаю. Не бойся, не ляпнешься, как в прошлый раз. Угу. Ой, моя ты холёсая. Когда? Я что-то не помню. Ну помню, в коме там ты говорила что-то про кому. А так не помню.